За прошедшие сутки ВФУ 12 раз нарушили режим прекращения огня. В Донецкой Народной Республике продолжаются работы по улучшению водоснабжения. С начала года шахтеры ДНР добыли 5 миллионов 600 тысяч тонн угля. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 104 единицы боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в СККК. Под огнем украинских силовиков оказались населенные пункты Зайцево в Горловке, Григоровка, Дзержинская, Ленинская, Коминтерново на юге ДНР, а также поселок Шахта Трудовская в Донецке. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и зенитные установки. Работники коммунальной отрасли продолжают выполнять работы по улучшению водоснабжения. Об этом во вторник сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ ДНР Денис Чуприна. В селе Роза-Люксембург Новоазовского района Тельмановским производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства производится замена насосного агрегата, в связи с чем временно приостановлено водоснабжение. Население оповещено, организован подвоз воды, работы планируется завершить в течение нескольких дней. Также Докучаевским производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства проводятся ремонтные работы водовода в селе Александринка. Денис Чуприна добавил, что в целом водоснабжение в Донецкой Народной Республике осуществляется в штатном режиме. Ситуация стабильна. В августе 2019 года угледобывающие предприятия Донецкой Народной Республики всех форм собственности добыли почти 700 тысяч тонн угля, в том числе шахты, подчиненные Министерству угля и энергетики ДНР, выдали на гора свыше 636 тысяч тонн черного золота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР. Отметим, что лидерами угледобычи стали государственные предприятия «Шахта Комсомолец Донбасса», «Торес Антрацит» и «Макеев Уголь». Всего с начала 2019 года угледобывающие предприятия республики всех форм собственности подняли на поверхность свыше 5 миллионов тонн твердого топлива, выполнив план на 103,7%.